В лагере «Зеленые дубки» отдыхают не только дети из нашего города, но также со всей республики. Городов Салават, Стерлитамак, Мелеуз, Уфа и других. Для комфортного пребывания детей в лагере ежегодно проводятся ремонтные работы и по техническому благоустройству корпусов. Для этой цели были подготовлены очень ряд мероприятий по строительству, строительным монтажным работам. Заменена плитка в душевых комнатах, на крыльце, проведена в соответствии мебель крестовозрастная. Бассейн отремонтировал, тоже установлен. То есть вот помост, который вокруг бассейна у нас тоже вот был в этом году заменен силами предприятий, которые города, которые нам ежегодно помогают. Этим летом смена в лагере тематически посвящена году кино. Отряды называются студиями, каждая снимает свой фильм. Перед родительским днем состоялся показ первого киносюжета, смонтированного телестудией лагеря, который также был презентован нашей телекомпанией. Вкусные игры. Вкусные игры – необычное развлекательное состязание, которое проводится в лагере. Участие принимают вожатые отрядов, а их воспитанники в это время занимают места болельщиков на балконах корпусов, активно поддерживая игроков. Суть соревнований в том, чтобы победить всех противников, задев одним из видов игрушечного оружия. Ну, это интересно, это и азарт, и какая-то борьба между собой, то есть в педагогическом коллективе. Это редко представляется такая борьба, чтобы такая ситуация, чтобы можно было побороться со всеми и узнать вообще, кто как и на что способен. Сегодня мы узнали. Мне понравилось, как Агат с пилотом сражались в финальных вкусных играх. Как будто это реальные голодные игры. Не как в фильмах, как по-настоящему. Мне все понравилось. Как вожатые сражались с демонами, которые бегали тоже, которые мешали побеждать, у которых были копья. Но вожатые их убили всех. Это самая веселая, наверное, игра, которая тут проводилась. Все очень дружно играют, все бегают, все радуются. Вот. Фенечкоплетение, волейбол, футбол, вокальные кружки, надувной батут для самых маленьких – это всего лишь часть всех возможных занятий в лагере. Большой бассейн особенно популярен у детей. Купание не только развлекает их, но и тренирует физически. Та задача, которая была поставлена, она выполнена. Ну, мы развиваемся, каждый раз развиваемся, и все интереснее становится с каждым годом. Программы, интересные тематические программы, они становятся каждым годом интереснее.